На данный момент я прошла 4 курса химиотерапии. Еще мне предстоит пройти 2 курса, которые будут стоить еще 40 тысяч. И буду надеяться, что после 6 курсов я вылечусь и будет все хорошо. Катя, сегодня мы вам передаем очередную помощь от жителей Российской Федерации. Они перечисляют свои денежные средства вам на помощь. Сегодня нам получилось собрать 14 100 рублей. Вот именно эту сумму мы сегодня вам вот передаем. Спасибо большое жителям России, которые неравнодушны к моей проблеме, которые мне помогают деньгами. Я им очень благодарна, потому что от этого зависит мое здоровье. И каждый из них, который перечислил, как бы вернул мне частичку моего здоровья, поэтому я им очень благодарна. Еще я хотела поблагодарить своих одноклассников, которые мне помогли и очень сильно меня поддержали. Огромное вам спасибо. В рамках акции «От сердца к сердцу» мы продолжаем сбор средств для Екатерины. Также вы можете помочь не только Екатерине средствами, а на данный момент на поселке Зайцево 5 молодых мамочек нуждаются в детских колясках. Если вы хотите помочь, обращайтесь в нашу редакцию газеты «Горловка сегодня». Мы доставим ваши коляски собственноручно на поселок Зайцево данным мамочкам. Или же мы можем передать вам контакты, и вы сами передадите свои коляски.